Еще 6 зареченских семей теперь смогут переехать в новые квартиры. 8 ноября участникам муниципальной программы «Социальная поддержка многодетных семей Заречного в жилищной сфере» в торжественной обстановке вручили документы на получение социальной выплаты. Вы являетесь образцом для каждой семьи, не только в Заречном, но и, кажется, в стране. Не должно быть семей, где или совсем нет детей, или по одному ребенку. Каждая семья, особенно Зареченская, должна быть многодетной. И мы, органы местного самоуправления, должны обеспечить, чтобы были созданы все условия для комфортного проживания на территории города. Всего в Заречном в этом году 8 многодетных семей стали участниками программы социальной поддержки. 2 получили выплаты весной, для остальных потребовалось дополнительное финансирование. Решение о выделении денег приняли депутаты городского собрания представителей. Мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать все начинания, связанные с поддержкой многодетных родителей. Вы совершаете действительно подвиг. Низкий вам поклон. И мы очень рады сегодня вручить вот эти сертификаты. Участники программы – многодетные родители, добросовестно выполняющие свои обязанности, работающие на предприятиях города и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Размер выплаты варьируется в зависимости от количества человек в семье и ее обеспеченности жилплощадью. Деньги участники могут потратить на строительство или покупку уже готового жилья. Большинство участников уже нашли подходящие варианты. Ощущения такие – прилива бодрости, хорошего настроения. Самое главное, что наша мечта осуществилась, то, что мы улучшили свои жилищные условия, вот, плюс того, что мы ждем еще. Поэтому у нас, в общем-то, мы уже приобрели на эти денежки квартиру, должную нашей семье. Документы были выданы участникам с небольшим условием. Все они должны в течение года увеличить численность своих семей как минимум на одного человека. Семейное обязательство. Мы, семья Гриценко, берем обязательство родить 4-го ребенка в течение 12 месяцев с момента улучшения жилищных условий в городе Заречном Пензенской области с использованием социальной выплаты, представленной администрацией города Заречного. Семья Гриценко. Папа, мама, печать, герб города. Назад пути нет. Анна Сазонова, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».